Сейчас такой переломный момент. И давайте откровенно говорить. Вот кто-то там пришел, ушел, хорошо. Они вложились туда. Они технологии, та же IKEA или украинцы производили электроды, технологии привезли. Они оборудование привезли, они инвестировали. Ну, чисто политический момент. Сказали, уходите, они ушли. Ну, до свидания. А вот вернем мы их обратно или нет, вопрос. Мы с президентом Путиным жестко договорились. Ушли, уходите. Мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. И мы справимся. Мы справимся. Уже в России запустили производство нам, знакомых москвичей, «Жигулей», ныне «Лада». Худо-бедно начали производить. Газ будет производить «Волги». Вы помните, это бренд вообще был в Советском Союзе. Они будут на более высоком уровне. Мы «Джили» производим. Я говорю о автомобилях, которые населению нужны. Не начальникам. Начальникам вон «Аурус» они сделали. А грузовой автотранспорт у нас КАМАЗ, МАЗ. У нас предостаточно рынок, чтобы мы могли насытить. Тракторное производство, сельхозмашиностроение. Без проблем. Поэтому, если кто-то уходит, пусть уходит. Никого не держите, но сразу же берите в руки это предприятие. Не ждите, что тут вам Головченко, Сергенко какие-то указания дадут и поменяют форму собственности. С этого момента это ваша собственность.